Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской республике подвело итоги деятельности за 2020 год. Цифры и факты в нашем материале. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, налоговые органы республики обеспечили положительную динамику поступления средств во все уровни бюджета. Всего нами было мобилизовано порядка 86 миллиардов рублей. Это на 2 миллиарда рублей больше, чем это было по итогам 2019 года. Из них федеральный бюджет мы собрали порядка 21 миллиарда рублей. Прирост налогов составил 5%. В консолидированный бюджет Чувашской республики было собрано порядка 35 миллиардов рублей. Здесь мы вышли с приростом на 4%. Поступление страховых взносов по итогам 2020 года у нас составило порядка 30 миллиардов рублей. Из года в год идет снижение выездных налоговых проверок, уменьшается количество должников. Все это происходит в первую очередь благодаря повышению финансовой грамотности налогоплательщиков. При оценке качества оказания услуг 99,7% жителей отметили положительную работу ведомства. Задача будущего года – не снижать планку и обеспечить поступление доходов во все уровни бюджетов. Ну и, конечно, не допускать роста задолженности.